«В единстве наша сила». Именно под таким лозунгом в год педагога и наставника был запущен культурно-просветительский проект, устремленный в будущее «Диалог поколений». Задача проекта – говорить с молодыми людьми на такие важные темы, как патриотизм, любовь к родине, уважение к отечественной культуре и истории. Сегодня в региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Примакова при Самарском университете имени Королева прошла встреча-диалог с почетным гражданином Самарской области, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Петром Серафимовичем Кабытовым. Было такое явление, оно и сейчас существует, что прошлого нет вообще, прошлого не нужно. И вот если мы посмотрим на так называемых наших западных партнеров, они тоже говорят, мы должны жить сегодняшним днем. Все, что было до этого, не имеет никакого значения. Но на самом деле прошлое, настоящее и будущее, они взаимосвязаны. По мнению Петра Серафимовича, любовь к родине и ее истории должна начинаться с любви к собственной семье и местам, где человек родился и вырос. Чтобы донести эту мысль, молодым людям был показан документальный фильм «Смотреть в будущее», посвященный Петру Серафимовичу. Герой киноленты рассказал о себе, о своем пути в науке и общественной жизни, о родных местах. Такие вот встречи будут проводиться и дальше. Они будут проводиться и вот в этих стенах Самарского национального исследовательского университета, и в других вузах, в колледжах, потому что задача клуба почетных граждан, в том числе, в первую очередь, может быть, это задача воспитательная. Организаторами проекта выступили клуб почетных граждан Самарской области и Поволжский историко-культурный фонд при поддержке правительства Самарской области. Встречи в рамках этого проекта направлены на единение и сплоченность молодых поколений, вступающих во взрослую жизнь. Александра Гусева, Константин Головин. События.